А те ребята, которые увлечены сферой, мы ее называем сферой интегрированных коммуникаций. Рада представить ведущих этого вебинара, профессора Департамента интегрированных коммуникаций Высшей школы экономики, доктора социологических наук Ольгу Олеговну Савельеву. Добрый день. И я, Афанасьева Ольга Валентиновна, являюсь заместителем декана факультета коммуникации и медиадизайна. Это тот факультет, где реализуется образовательная программа рекламы и связи с общественностью. И являюсь также доцентом Департамента интегрированных коммуникаций. Вот мы сегодня с вами будем говорить, отвечать на вопросы по нашему направлению. Ребята, сразу же вас ориентирую на то, что мы с Ольгой Олеговной очень любим интерактив, поэтому появляются вопросы, пишите, и в ходе нашего выступления мы будем уже ориентироваться и отвечать на эти вопросы. Ну вот мы уже с вами сказали, что Олимпиада, Международная Олимпиада молодежи, она проводится по разным направлениям, и уже третий год подряд по направлению рекламы и связи с общественностью мы проводим самостоятельную отдельную Олимпиаду. Эту Олимпиаду, задание к этой Олимпиаде и, соответственно, состав жюри формирует Департамент интегрированных коммуникаций факультета коммуникации медиадизайн. Это большой факультет, мегафакультет, объединяющий разные программы. Вот одна из этих программ, которую мы сегодня с вами будем говорить. Несколько слов нужно сказать о направлении рекламы связи с общественностью. В каких-то странах это направление менее представлено, в каких-то нас знают хорошо, где-то путают с журналистикой. Ребят, сегодня эта сфера коммуникации, она очень-очень-очень востребована. На сегодняшний день наша образовательная программа в топе по востребованности российскими абитуриентами. Причем востребованность подтверждается не только на уровне бакалаврской образовательной программы, но и на уровне магистерской программы. Везде очень высокий конкурс, ребята показывают потрясающие результаты сдачи единого государственного экзамена. В этом году вы часто задаете вопрос, что нужно сделать, чтобы поступить для россиян на эту образовательную программу. Вот, чтобы поступить на бюджет, российские граждане в этом году должны были продемонстрировать не менее 294 баллов по сумме баллов ЕГЭ и индивидуальных достижений, да, из 300 возможных, чтобы поступить на нашу образовательную программу. Ну, а если уж говорить о реальных баллов, вот те, которые могли спокойно дышать и знать, что они поступят, то в основном наш бюджетный набор 2018 года – это ребята, прошедшие с 297, 298, 305, 306 баллов. То есть вы видите, это очень-очень высокие баллы. Альтернативой поступления является олимпиады и конкурсы. Вот для иностранных граждан возможность получения квотных мест как раз и предоставляет Олимпиада, Международная Олимпиада молодежи по нашему направлению. Я обращаю ваше внимание, всегда эта Олимпиада очень востребована, количество квотных мест ограничено, но возможность, когда вы участвуете в этой Олимпиаде, если еще вы получаете
становитесь призерами второй и третьей степени, вы претендуете, у вас открывается возможность для получения очень больших скидок для обучения на нашей образовательной программе. Вторая степень дает 70%, третья степень 50% для получения обучения. Почему такие жесткие требования, что мы берем победителей? Всегда на программу высокий спрос, количество бюджетных мест ограничено. Ну что, немножечко скажем о Ольге Олеговне, об изменениях в проведении Олимпиады в 2018-2019 году. Значит, эта Олимпиада впервые будет проходить уже не в очном, а в онлайн-режиме, онлайн-формате. То есть вам не нужно специально приезжать на место сбора, место проведения Олимпиады. Достаточно иметь, это очень важно, там, компьютер, ноутбук, что у вас будет. И главное, хороший интернет, чтобы в течение отведенного времени, как только станут доступны олимпиадные задания, вы могли бы приступить к их выполнению. Это удобно и позволит ребятам, у которых нет возможности приехать в места проведения Олимпиады, также на равных написать эти олимпиадные состязания. И второй, наверное, очень важный момент изменений, который мы хотели бы там осветить, это то, что Олимпиада будет проходить в два этапа. Об этих этапах мы расскажем отдельно. Два этапа. Первый этап – это в олимпиадных состязаниях принимают участие все участники, все зарегистрированные участники. А второй этап, на второй этап будут приглашаться участники, которые набрали наибольшее количество баллов, показали наилучшие знания при прохождении олимпиадных испытаний. Здесь мы гибки, мы с удовольствием готовы собеседовать с ребятами, которые могут приехать в Москву. Но в основном предполагаем, что второй тур это будет уже будет проходить онлайн, либо онлайн собеседование, онлайн общение с участниками, которые вышли на второй этап. Ольга Олеговна, если можно, ребятам немножко пояснить, какие часто задаются вопросы, на что лучше всего обращать внимание при подготовке и, соответственно, на что направлены задания, которые в этом году подготовила методическая комиссия. Так, еще раз здравствуйте. В этом году вниманию участников Олимпиады будет предложено на первом этапе два задания. Первое задание такое большое, объемное, оно рассчитано на выявление вообще общей эрудиции, умение излагать свои мысли, прежде чем письменно излагать свои мысли, анализировать тексты. Ну и на определение, в какой степени абитуриент владеет русским языком, причем таким литературным русским языком. Сейчас я расскажу потом более подробно, что это будет за задание. А второе задание, оно очень небольшое, и оно рассчитано скорее на сообразительность,
на, как бы, вашу интуицию, даже можно сказать так, и обратить внимание на тот слой, который сейчас выведен на экран, что ни одно задание не рассчитано на наличие у вас каких-то профессиональных знаний. Это общее условие всех олимпиад. Мы ориентируемся на то, что на те знания, которые человек получает в школе и получает самостоятельно, читая книги, следя за информационным потоком повседневным. И в то же время, конечно, как и опять же здесь написано, если вы будете иметь хоть какие-то представления о области своей будущей предполагаемой деятельности, это пойдет вам только в плюс и, может быть, в некоторых случаях облегчит ответ на какие-то вопросы или изложение своих мыслей. Итак, в первом задании вам будет предложен, ну, не маленький, скажем так, фрагмент текста. Это где-то страницы две, наверное, он занимает. Текст взят, вам будет предоставлена демонстрационная версия. Вот в демонстрационной версии текст взят из очень известного произведения Оруэлла 1984. Я думаю, некоторые из вас наверняка это произведение читали. И, наверное, уже все, раз вы интересуетесь коммуникациями, общественным сознанием, общественным мнением и так далее, все, по крайней мере, слышали и об этом писателе, и об этом произведении. Вот вам будет предложен фрагмент текста, где герои рассуждают о том, насколько можно влиять с помощью слов на общественное сознание и систему общественных представлений. От вас потребуется написать литературный гладкий текст. Я говорю литературный, я не имею в виду художественный, спасибо Господи. Я имею в виду, что вы должны использовать нормативный литературный русский язык. Такой, пусть он будет сухим, но должен быть правильный. Грамотный. Он должен быть грамотным. Поскольку наша образовательная программа требует хорошего понимания, владения русским языком. По сути, что вы будете иметь дело с большим объемом информации не только на английском, но и на русском языке, и вам нужно будет с ней работать. И в рамках этого текста вы должны будете высказать свое мнение и дать ответы, прямые или развернутые, на те вопросы, которые там к тексту будут приложены. То есть текст не просто ваше размышление по поводу, а вот как вы считаете, какова у вас точка зрения по тем вопросам, которые в этом тексте представлены. Ну, если вы дополните какими-то своими размышлениями, еще что называется сверхпрограммы, это будет только плюс. Второе задание. А там будет еще заметано, я думаю, что это как бы вот общую направленность ребят на подготовку. Я просто хочу сказать, что второе задание, оно наоборот крайне небольшое. Там само задание буквально несколько строчек. На первый взгляд кажется, что там нужно четко иметь представление о тех словах, которые там используются, профессиональные термины. Но чтобы даже сократить вам время, мы сами говорим, что эти профессиональные термины значат. У нас просьба лучший звук. Коллега, ну может мы поближе к будем говорить. Профессиональные термины значат. И ваша задача оперировать эти термины, а самое главное, своими представлениями элементарной интуицией и логикой, дать ответ на поставленный вопрос. Ответ там очень простой, на самом деле. Ничего профессионального, скажем так, в этом ответе нет. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что непредполагаемое профессиональное знание, наличие у вас профессиональных знаний,
Это задачка обучения, в том числе и на первом курсе вы узнаете об этих терминах более подробно. Но общая эрудиция чрезвычайно важна, и мы придаем ей большое значение. Угу. Так. Ну что, ребята, а сейчас, что называется, важные вопросы. Мы еще вернемся, я так думаю, что у вас появятся вопросы, связанные там, с заданиями, как лучше к ним готовиться. Но давайте, поскольку поменялся формат, уделим внимание орг-вопросам. Итак, наша олимпиада, олимпиада по направлению рекламы и связи с общественностью, начнется для всех ребят, вне зависимости от страны проживания, город проживания, начнется 30 октября в 14:00. В 14:00 по московскому времени. Соответственно, вы должны сделать, понимать, во сколько вам нужно выходить на связь, чтобы ваше местное время соответствовало московскому времени. На выполнение олимпиадного задания отводится 120 минут, то есть это 2 астрономических часа. 120 минут методическая комиссия заложила с очень большим резервом по времени для участника, специально для того, что вы как бы первый раз знакомитесь и будете выполнять задания в электронном виде, чтобы вот это изменение формата не повлияло на скорость выполнения, понимание и выполнение задания. Времени предостаточно для того, чтобы спокойно прочитать задание, прочитать рекомендации, прочитать уточняющие вопросы к заданиям и спокойно приступить к исполнению этих заданий. Теперь обращаем внимание, это очень важный момент. Все хорошо знают, во сколько начинается задание, написание олимпиады. Прекращается прием работ. Мы сейчас о приеме расскажем отдельно. В этот же день по истечении 2 часов, и мы еще специально даем 5 минут, ну, на всякие разные технические неустройства, да, неполадки, чтобы вы могли спокойно дать наименование своего файл, который вы будете отправлять, и спокойно отправить этот файл на электронную почту. Все вот сейчас эти вопросы мы вам расскажем по порядку. Значит, обращаю внимание, еще обратите внимание на время 16:05. Машина будет работать, это машины, четкое отсечение по времени. Письма, отправленные позже этого времени с работами, они уже проверке не будут подлежать. Поэтому вы сами для себя должны резервировать время, примерно представлять, сколько вам понадобится, чтобы завершить вот эту техническую часть и завершить отправку писем. Я еще хотела немножко пояснить по этому вопросу, что начать вы можете позже 14 часов. Это уж как бы как у вас сложится. Но вот отправить позже 16:05 вы не сможете. То есть если вы начнете в 15, значит у вас будет час 5 минут, потом начнете половина третьего, значит у вас будет 1,5 часа плюс 5 минут на отправку. Ребят, конечно, всегда есть ситуации, ну, так называемые непредвиденные, какой-то коллапс или еще что-то. Есть номер на сайте, к кому вы сможете обратиться, но уже каждый отдельный случай, то, что вы там обратились позже, это не гарантия того, что ваша работа будет проверена, но в любом случае, если комиссия установит действительность
есть наличие проблемы неустраненной а не то, что участник просто позже все загрузил, то комиссия в каждом отдельном случае будет принимать решение. Так мы ориентируемся на общую процедуру. Общая процедура в 16.05 до 16.05 все работы ваши должны быть направлены. Адрес будет на следующем слайде. Значит, как должны быть направлены работы? Файл, в котором содержатся ваши ответы на задание, он должен иметь однотипное наименование. Вы пишете INCOM плюс регистрационный номер участника, это тот регистрационный номер, который вам который вы получаете при открытии своего личного кабинета. Да, обращаю ваше внимание, что вот этот регистрационный номер добавляется к слову INCOM без каких-либо пробелов. Пример вам сейчас продемонстрирован на сайте, но мы взяли условный регистрационный номер из 4 единиц. У вас, наверное, будет другой, и доковский документ вот в таком виде вы отправляете. Не нужно писать в наименовании файла, что вашу фамилию, или ваш город, или вашу страну. Сделано это специально для того, чтобы все работы были анонимны для жюри. И жюри работает с вашими работами под вашими регистрационными номерами и номерами участников. Сделано для сохранения анонимности и объективности проверки результатов. Так, вот здесь поступил вопрос, ну, по поводу проходных баллов мы там дальше будем говорить, каким образом будет проводиться Олимпиада через платформу Экзамус, через него же будет идти рассылка заданий, ответы присылаться должны на почту, верно ли понял Станислав? Значит, Станислав, по поводу платформы, вам организаторы Олимпиады, ну вам это всем участникам сообщат отдельно специально, на сайте Олимпиады будет размещена подробная инструкция. У нас будет еще один вебинар, где мы уже будем знать точно там, все технические нюансы. Адрес, на который вы будете отправлять задание, мы покажем вам на следующих слайдах. Это тот адрес, та почта, на которой будут собираться все задания участников. Вы правильно поняли, что будете отправлять задание на электронную почту. По поводу платформы и вот этих технических нюансов будем говорить на следующем вебинаре и в инструкции будет прописано. Так, теперь тоже важный вопрос. Работа пишется на компьютере в текстовом редакторе и представляется в формате doc. Обязательное условие, обратите внимание, что работа выполняется на русском языке, вы поступаете на русскоязычную программу, где требуется, еще раз повторяю, хорошее владение русского языка. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал 1.5. Расстояние от левого края
3 сантиметра от правого края, 1,5 сантиметра. Это абсолютный стандарт выполнения всех доковских документов. И обратите внимание, что отступ от верхнего и нижнего края по 1 сантиметру. У некоторых на компьютере уже установлены данные условия. Перед тем, как приступить к выполнению, к написанию работы, в самом начале вот этого файла участнику необходимо указать свой регистрационный номер. Еще раз подчеркиваю, это тот регистрационный номер, который у вас вам дан в личном кабинете. А также организаторы Олимпиады просят, чтобы вот в этом же файле была написана фамилия, имя, отчество участника. В начале файла соответственно. Потом это делается для того, чтобы если вдруг участник в ППХ перепутал свой регистрационный номер, и можно было бы тогда идентифицировать уже организатором, обращаю ваше внимание, не жюри, а организатором участника. Еще одно требование к выполнению работ, поскольку у нас нет с вами бумажных носителей, где вы привыкли, четкое разграничение первое задание, второе, третье, мы здесь просим участников при выполнении работы придерживаться нумерации заданий, которые даны выносится на Олимпиаду. Задание номер 1, так и пишите, задание номер 2, у нас 2 задания, больше не будет. Но их обязательно нужно указать, чтобы жюри понимало, где участник уже закончил выполнять первое задание и перешел к следующему заданию. Также обращаю ваше внимание, что не нужно в работе ничего выделять цветом, шрифтом или каких-либо подчеркиваний. Пишите обычный текст, не надо на это тратить время. Все необходимые вами акценты, если они были сделаны в тексте, жюри их увидит. Ну, обращаем ваше внимание, это... Для вышки это требование святое, оно проходит как раз красной нитью через все наши активности, замеры знаний, написание научных работ. А это требование такое, что все должны, все участники должны выполнять работу самостоятельно. И в случае, если жюри будут выявлены какие-то элементы заимствования, то есть плагиат, то работа не будет рассматриваться жюри и не будет оцениваться. Это наша жюри, наша методическая комиссия, здесь единое во мнении, работа будет аннулироваться. Поэтому, ребят, времени достаточно для выполнения олимпиадного задания. Тексты, задания подобраны таким образом, это уже Ольга Олеговна говорила, что не требуют от вас каких-то сверхпрофессиональных или даже профессиональных знаний. Требуется хороший кругозор, ваше чувство языка, понимание логики текста и возможность выразить свои мысли. Поэтому не нужно пытаться чего-то позаимствовать. Члены жюри люди начитанные, источники владеют, тем более, что все работы будут проверяться в вышкинской системе антиплагиат, но она всем известна своей большой базой. Ну вот, а теперь
очень кратко, чтобы нам не выйти из регламента нашего с вами вебинара, мы поговорим о заданиях, которые выносит методологическая комиссия на нашу олимпиаду. Речь идет сейчас, ребята, о первом этапе. Первом этапе олимпиады, где участвуют все зарегистрированные участники. Вот сколько зарегистрировалось, столько ребят принимают участие онлайн. Да. Обратите внимание на структуру заданий и на вес каждого задания. Два задания. Одно задание – это обширный ответ на вопросы к представленному тексту. У этого задания достаточно серьезный вес. Это 60 баллов. Есть второе задание. Вес этого задания меньше 40 баллов. Но, ребят, сразу ориентируя и отвечая на вопрос Радника Хачатряна, можно узнать проходной балл олимпиады на первом этапе. Мы не можем устанавливать проходной балл до того, как участники не выполнили задание и жюри не проверило первый этап. Вот когда будет проведена проверка работ участников, соответственно, балл отсечения, он будет официально размещен на сайте олимпиады, и вы сможете понять, будете ли вы приглашены на второй этап или не будете. По нашему опыту мы понимаем следующее, что для того, чтобы пройти во второй тур, недостаточно сделать только одно задание, нужно обязательно приступить к выполнению второго задания. Поэтому, когда вы будете готовиться, обращайте на это внимание, рассчитывайте силы так, чтобы первое задание не забрало у вас все силы и все время. Еще раз обратите внимание, что в этом году строгая очередность, что сначала вы выполняете задание 1, затем вы выполняете задание 2. Итак, первое задание, мы его так, в общем-то, охарактеризовали. Это действительно, вам нужно показать свои навыки работы с текстом. Так, здесь поступают вопросы не сколько с заданиями олимпиады, сколько бонусы, речь идет о бонусах, Никита спрашивает, для участников олимпиады. Давайте вот мы с Ольгой Олеговной все-таки сейчас постараемся пройтись по обязательной программе, да, по демо-версии, которая скоро появится, будет размещена на сайте олимпиады. Сейчас, по сути, вы, участники нашего вебинара, являются слушателями, получаете исключительные знания. Никто ими не владеет, да. А вот вы первые узнаете, а что же будет в этой олимпиаде, в этом новом формате олимпиады. Никита, обязательно ответьте на ваш вопрос. И, ребята, пишите, мы будем суммировать ваши вопросы и на них отвечать. Итак, возвращаемся все-таки к демоверсии, возвращаемся к первому заданию, которое мы называем, мы как раз и хотим понять, как ребята, участники наши, владеют навыками работы с текстом. Перед вами на слайде, обратите внимание, это критерии, по которым будет оцениваться первое задание. Но мы не будем сейчас с Ольгой Олеговной
перечитывать, зачитывать эти критерии. Четыре очень важных момента, по которым жюри будет оценивать вот это первое задание в работе. Нет необходимости сейчас срочно переписывать эти критерии. Эти критерии перед вашими глазами будут в оригинальном задании, то есть в том задании, которое вам предстоит. Мы не будем ничего в плане критериев менять. Вот то, что представили на демоверсию, вы этими критериями можете руководствоваться. Мы что-то прокомментируем, коллега, на этих критериях? Ну, я просто хочу сказать, что эти критерии, они, в общем, носят общий характер, и они применяются, вообще-то, ну, почти в таком же виде, и для анализа курсовых работ уже студентов, и для анализа поступления, например, в магистратуру, и российских олимпиад для российских участников. Так что, еще раз повторяю, они такой достаточно общий характер носят, но показывают, что вы действительно должны не просто изложить, что вы прочитали текст и поняли, о чем там идет речь. Вы должны профессионально, в кавычках, конечно, это слово ставлю, но вы должны подойти к нему с точки зрения как раз социальных коммуникаций, управление общественным сознанием, высказать свою точку зрения на эти вопросы, может быть, сделать какие-то альтернативные предложения. И вот это очень важно. Так, пока я переключаю со слайда на слайд, отвечаю на вопрос Станислава еще раз. Запись семинара будет доступна, и презентация также будет размещена на сайте Олимпиады. Специально для удобства участников мы подготовили презентацию, которой вы можете воспользоваться при подготовке. Второе задание. Это оно просто здесь представлено. Да, уже перед вами второе задание дано полностью. Если в первом задании вы потом увидите отрывок из Оруэлла и уточняющие вопросы, то второе задание мы специально решили вынести на слайд, поскольку для удобства участников, мы так понимаем, что сегодня у нас самые активные участники, наиболее интересующиеся, поэтому мы решили вот для вас сделать такой небольшой бонус. Ну, обратите внимание на то, что от вас требуется в этом задании. Галина, ну можно вас попросить прокомментировать это задание? Как я вам и говорила несколько раньше, от вас не требуется знание профессиональных терминов. Вот в этом задании как раз используются профессиональные термины, но это действительно из уже арсенала профессиональных рекламистов, и доля, и рейтинг. Но мы сами вам здесь пишем, что эти слова означают, чтобы у вас не было ни путаницы, ни недомолвки. А вот что требуется от нас, то в самом конце. И здесь, опять же, не нужно, еще раз, уже, наверное, в четвертый раз повторяю, каких-то профессиональных навыков. Нужно просто сообразить, в чем изюминка вопроса, исходя буквально из курса школьной арифметики. Uh-huh. Но самое главное, будет еще оцениваться вторая часть, что аргументация своего ответа, почему вы считаете так, и какие-то ваши размышления по этому поводу, они будут только приветствоваться. Иллюстрируйте примерами, которые показывают, что вы понимаете или не понимаете задание. Можете высказать свое отношение к каким-то вопросам с этим связанным, это будет только приветствоваться. Вот у нас поступил вопрос от Кристины. Известно ли, на каком произведении будет базироваться текст задания Олимпиады? Я так понимаю, Кристина говорит пишет о первом задании. Нет, нет, мы методическая комиссия
не будет давать какой-то перечень литературы, из которой будет брать текст. Методическая комиссия точно может уверить, что это не будет профессиональный текст, это будет литературный источник, который, в общем-то, широко известный. Мы не будем брать что-то менее всего известное, да, а то, что входит в нормальные для человека, обладающего хорошим кругозором, интересующийся историей, культурой, литературой, социальной сферой, те источники, которые обязательно входят в арсенал культурного человека. Да. Ничего более от вас требовать мы не будем. Которые, как правило, переведены на многие языки. То есть, если вы его могли читать и на казахском, и на украинском. Не только на английском, но и на русском языках. Еще я хотела по поводу первого этапа сделать одно замечание. Наш вам совет от методической комиссии, попробуйте выполнить, вот он вывесит задание, попробуйте выполнить эти задания, засекая время, сколько вы их выполняете. А главное, попробуйте свой ответ зафиксированный, обсудить с людьми, ну, более-менее квалифицированно. Это могут быть ваши родители, это могут быть ваши учителя, может быть, кто-то работает в областях, связанных с коммуникацией, с ваших знакомых. Выслушайте их замечания, причем замечания самого разного плана, начиная от каких-то ошибок чисто грамматических, и обращайте, кстати, на это внимание, это важно, до ошибок стилистических, до уже сущностных каких-то параметров вашего ответа. Ну что? Переходим ко второму этапу. Как раз вот здесь вопрос, который Никита задал. Скажите, пожалуйста, участники прошедшего бы этапа попадают ли на бюджет? Что такое второй этап? Второй этап – это часть олимпиадного состязания, на которое уже приглашаются ребята, участники, набравшие наибольшее количество баллов за выполнение заданий первого этапа. Если говорить о процентном соотношении, то методическая комиссия и жюри по обычаю для олимпиад ставят планку, что на второй этап пойдут не более 30% от числа принявших участие в первом этапе олимпиады. Ну, как правило, эта цифра может колебаться, как будет, может изменяться там 25-30% в зависимости от уровня тех работ, которые мы от вас получим. Да, если большинство работ будет, на наш взгляд, не удовлетворять требованиям, то, значит, будет меньше 30%. В принципе, это не очень принципиально для нас. Нам важно отобрать лучших, людей, которые, ну, которые могут обучаться на программе. Теперь является ли попадание участника во второй этап гарантии, что они поступают на бюджет? Гарантии никакой нет, надо второй этап пройти. И вот в случае, если участник становится победителем второго этапа, то получает бонус высшего порядка, бюджетное квотное место обучения на нашей образовательной программе. Что касается ребят, которые получают второе дипломы второй степени, третьей степени,
этим дипломами нужно тоже гордиться, и именно эти дипломы вам дают возможность поступления на нашу образовательную программу с наибольшей скидкой. Скидка для второго диплома второй степени 70%, для диплома третьей степени 50%. Это очень серьезная льгота с учетом того, как сложно поступать, например, россиянам по треку ЕГЭ. Таких льгот не предоставляется. Но я хочу вам сказать следующее, что, конечно, вы сказали, что бюджет точно поступит только победитель. Может быть, это будет один, может быть, в крайнем случае два, если будет там совсем равноценная работа. И кажется, что это очень мало, и вообще не стоит с этим связываться. Но я вам хочу привести фразу одного человека. Он как-то сказал, что если вы купили лотерейный билет, то вероятность выигрыша очень мала. Но если вы не купили лотерейный билет, то ее просто нет. А здесь даже не лотерейный билет, не действительно зависит от вас. А не просто от слепого случая. Поэтому хотел получить крайне банально, но вот в этом варианте все действительно в ваших руках. А то, что это сложно, но вы не подумайте, какой бонус вы получаете. Вы получаете бесплатное обучение в одном из лучших вузов России. И на программе, топовой программе, да, на которую просто мечтают поступить российские граждане. У нас в этом году на образовательной программе обучаются 407 человек. Вот, можете себе представить, из них всего лишь для россиян 35 бюджетных мест, а остальные по договору, и ребята, договор у нас начинается с 293 баллов, и он не один, а их много. То есть ребята обучаются тоже многие со скидкой, те, которые имеют очень высокие баллы. Которые в других бюджетах прошли на ура, да, да, баллы, да. Ну, это вышка, плюс когда еще топовые программы, безусловно, те ребята, которые идут, они могли бы учиться на бюджете в других вузов. Поэтому это не просто лотерейный билет, а это счастливый билет. Но и скидку нужно тоже, ребят, заработать, а это возможность. Тем более вы для нас уже свои. То есть вы прошли Олимпиаду, вы показали вашу мотивацию, вы не только мотивацию, но и продемонстрировали определенные знания, что, безусловно, дает возможность потом, впоследствии, если предоставляются возможности и еще там, какие-то дополнительные достижения, отборочная комиссия, ну, может быть, и плюсом еще вас может рекомендовать на отборочное место, на квотное место. Все бывает, все изменяется. То, что вы участвовали в Олимпиаде при отборе на квотное место, это уже другая программа, как бы, содействие поступлению стран СНГ и других стран. Это большой плюс. Большой плюс. Ну, вот мы ответили на вопрос Никиты. Ну, а теперь по срокам. Когда будет проходить второй этап? Пожалуйста, сроки себе отметьте. То, что все абсолютно новая информация. С 16 по 24 ноября 2018 года жюри Олимпиады проводит с вами собеседование. Собеседование, еще раз повторяю, может быть очным, если человек в Москве находится, проживает. Или может приехать. У нас разные варианты. Жюри будет готово и к разным вариантам. Но, наверное, наиболее частые случаи, когда мы будем онлайн, жюри будет онлайн собеседовать с участниками, вышедшими на второй этап. Вот максимальную оценку, которую ребята могут получить за этот этап, это максимальная оценка 20 баллов. И эта максимальная оценка будет суммироваться с той оценкой, которую вы набрали.
На первом этапе. Ну, мы специально к нашему сегодняшнему вебинару спрогнозировали с Ольгой Олеговной вопросы, которые вы можете нам задать по второму этапу. Он абсолютно новый, его еще не было. В этом году мы его практикуем, начинаем, запускаем. Какие вопросы, опять-таки, ребята, это возможные вопросы. Мы, это не обязательные вопросы, это которые... Пример. А это пример, этих вопросов точно не будет. Да, этих точно не будет. Но пример того, что может, о чем может поинтересоваться жюри у вас, он сейчас у вас размещен на слайде. Опять-таки, даже вы видите, все эти вопросы, они так или иначе служат для жюри возможностью понять, узнать кругозор знания участника. Владение устной речью уже. Да, да, уже владение устной речью, понимание вопросов, обратите внимание, там, не надо там учить сразу все восточные поговорки. Да, поговорка может быть какой-то другой, а может ее вообще не быть. Здесь суть не в поговорке, а в понимании того, что понимание текста и возможность умения участника прокомментировать этот текст с точки зрения взглядов, может быть, современных взглядов на коммуникацию. Кстати, обратите внимание, что здесь первые два вопроса очень сильно пересекаются с первым заданием из первого, из начального этапа отношения пятого. А третий вопрос, он фактически прямо связан со вторым заданием начального этапа пятого. Поэтому не забывайте, что вы будете писать на первом этапе, какие там слова использовать. Это вполне может пригодиться уже при очень интересном читании. Так, пока переключаю следующий слайд. Ребята, не забывайте задавать нам вопросы, поскольку время нашей презентации там, подходит к концу. И вот сейчас у вас такая эксклюзивная возможность метод комиссии, жюри представить, ответить, вам задать вопросы, а нам ответить на них. Сейчас слайд, наверное, самый-самый тоже важный, поскольку вопросы вы можете, ну, те ребята, которые не смогли принять участие в нашем сегодняшнем вебинаре, посмотрят его в записи, у вас появятся вопросы, вы их задаете по адресу intro@hasmi.ru. Эти вопросы могут касаться там, и технической, организационной части, посадок, состава, структуры заданий. Пожалуйста, мы будем на них отвечать. Если вы сейчас нам еще что-нибудь не напишите. И вот обращаю внимание, что инструкция по проведению состязания в скором времени будет размещена на сайте olimpiahasmi.ru интер. Вот прямо в ближайшее время. Что касается у нас метод комиссии жюри, мы свою часть выполнили. И сейчас уже ждем такого же таких же действий от технической поддержки по размещению этой инструкции. Ну вот наш совет с Ольгой Олеговной, когда и вообще всей той комиссии, перед тем, как приступать к любому олимпиадному состязанию, это совет не только по рекламе связи с общественностью, а по любому олимпиадному состязанию, вам просто-таки необходимо очень точно, очень серьезно разобраться с инструкцией. Что, зачем, что от вас требуется,
какие, ну, кого поступательные действия, какие поступательные действия вы должны будете совершить. Все-таки это связано с онлайн-прохождением. Сразу не забудьте, как наименовать файл, когда его отправить. И, как уже говорила коллега, ну, попытайтесь вот на той демоверсии, которая будет представлена, выполнить задание, вы ответите на те уточняющие вопросы, которые вам предложены, и засеките время, сколько у вас на это прошло. Да, еще обязательно, когда вы выполните задание, хотя в электронном варианте легче выполнять это неписьменный текст, где, когда вы письменный текст пишете, главный редактор — это ваши мозги, это вы сам, а в электронном тексте там работает редактор, но тем не менее еще посмотрите, насколько там правильные способные согласования, слова, обороты и так далее. На это комиссия тоже обращает внимание. Так, вы, коллега, у нас появился, я так понимаю, последний вопрос по времени. Во время собеседования будет даваться пару минут на подумать или сразу нужно отвечать. Ну, смотрите, члены жюри, они люди, они видят перед собой, в этом как раз и особенность очного собеседования, не важно, оно будет онлайн, мы видим человека, вы видите нас. Ну, естественно, какая-то возможность там подумать, но это не ситуация, что сейчас я открою источник и с помощью источника подумаю и отвечу. Предполагается, что вы будете размышлять о наших глазах и, в общем-то, вслух. То есть как бы... С наводящими вопросами от членов жюри. Да. Раскрывая перед нами ход как бы своей мысли, почему вы так думаете, вступая в дискуссию. Кстати, я хочу вам сказать, что не обязательно высоко будет оценен именно правильный вот с нашей точки зрения ответ, а на некоторые вопросы, которые будут задаваться, вообще абсолютно правильных ответов может и не быть. Но очень важна ваша коммуникация, ваше умение излагать, еще раз повторяю, свои мысли, делать это логично, проявить свою эрудицию, понимание вообще, чем занимается в рамках данной профессии. Вот это будет оценено в первую очередь. И понимание того, что вы выполняли на первом этапе задания. Да. Так, ну что, вопрос у нас так. Станислав нам задает вопрос, второй этап больше напоминает размышления на философскую тему. Нет, ничего подобного, тема не философская, от вас тема профессиональная. Да, тема профессиональная, она связана с областью, со сферой коммуникации. И если вы поступаете, собираетесь поступать на данную образовательную программу, мы предполагаем, что что-то в этой сфере... Вот, те блоки знаний, которые находятся там на поверхности, вы не владеете. Ну, мы предполагаем, что вы, по крайней мере, размышляли на эти темы. Может быть, даже пытались найти ответ в какой-то литературе, у каких-то авторов или в разговор с профессиональными людьми. Ну да, в общем-то, это очень сложно ответить на некоторые из этих вопросов. Может быть, вы об этом не задумывались. Но ведь, честно говоря, нам и нужно отобрать очень много участников Олимпиады, которые получат бесплатное поступление и скидки. Доказывайте, что вы лучше. Да, вы лучше. А мы с удовольствием будем с вами общаться. Ребят, спасибо. Время нашего вебинара подошло к концу. Мы рады, что у нас были активные участники. Задавайте вопросы. Вопросы, ребят, очень хорошие, правильные вопросы. Вот мы отмечаем, что называется, вопросы по делу, по существу. Будет еще один вебинар, о нем сообщи, будет анонс заранее там размещен. Где-то будет во второй половине октября.
Да, вероятно, график мы с вами там узнаем. Мы, может быть, уже тоже будем владеть еще раз информацией технической там, с платформами и со всем остальным, или какие-то уточнения. И уже к этому времени мы надеемся, что будет размещена отдельная версия, поэтому готовы с вами общаться, вас приглашаем и приглашаем к участию в нашей олимпиаде по рекламе связи с общением. Еще одно замечание может возникнуть, у меня такое желание, чтобы я напишу ответ на отдельную версию, пожалуйста, проверьте меня и выскажите замечание. Но тут, знаете, как в издательствах всегда пишут вам пометку, что рукописи не возвращаются и не рецензируются. Иначе вы оказываетесь в неравных, в общем-то, условиях, поэтому отвечать за такие персональные вопросы и комментировать вашу работу в демо-версии мы не будем, не тратим времени, не шлите. Ну что, ребят, спасибо. Либо до встречи на следующем вебинаре, либо уже на олимпиаде. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Удачи. Сюда.